Буэнос диас, гайз. Ядерный разрыв на заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем выполнять побочки в Borderlands. Поэтому садитесь-ка поудобнее, берите ништячки. Вперед. Нихер тут рассиживаться. Так, а это что у нас такое мерцающее? Так, источник питания. Чё по карте? Волшебный револь. Где-то наверху. Так, поскольку оно было снято с доски. Так вот, откуда деталька нашлась. Я еще, видимо, зря спрыгнул. Или деталюха где-то сверху. Welcome back. You're not getting paid by the hour. Get a move on. В смысле, в подвале, что ли? Да не, не похоже, подвал дальше. Ну, естественно, шухер бы я допрыгнул. Вот понять, где лежит эта злоебучая деталька, от турели надо. Где-то внизу вряд ли. Да, получается, на крыше. Ну, логично же, правильно? Эх. Придется попрыгать. Угу, кажется, нашел проход.
Ты где деталька-то, сука? Еще один ящик. Хы. Как говорится, зырьте, что могу. Да ладно, выстрел как дробовика. Так, я все-таки никак не могу вкурить. На крыше детали от турели нет. Это уже 100% установлено. Welcome back. Don't you have some robots to dismantle? Что-то тут детали от турели не наблюдаю. Там на перекладине тоже нет нихера. Ну нет же ни хрена, вы сами видите. Я сейчас что-то ни хрена не понял. Где эта деталька находится? Да хер ее разбери. А система кажется, что деталька где-то здесь. А впрочем. Чё-то я как-то отъебал. У нас же есть 35-й, правильно? Наверное, пошло всю жопу. Погнали туда, где раньше тусовались. Я растрачиваю свой талант на этой пустынной планете. Ты не с этой планеты. От тебя странно пахнет. Нам еще надо поговорить. Ну, это как-нибудь в следующий раз. В принципе, можно было бы устроить качалку. И доделать такие ее линейку квестов. В общей сложности там понадобится где-то 220 деталей. То есть 220 железяк, это как минимум. Посмотрим, как пойдет.
Там сейчас будет ебашево. Так, а где квест на это дело? Вот Crimson Toy. Hey, Scooter here. Just a heads up that those Crimson D-bags set up some roadblocks in the highway. Just get your murder on, and we'll pretend nobody saw nothing. Козырно. Я сколько раз проходил это дополнение, ни разу таким макаром не въебывался. Эй, поехали, дружище! Хватит уже по грязи топать! Но это дополнение самое обширное, скажу я. Лансер вообще поебать, я смотрю. Ебались мышки анкерным болтом. Дамагата летит, однако. Вы где, петучи? Да, признаюсь честно, слегка очканул. Там еще кто-то насыпают, сука, с моста. Кто нахуй? Не, это будет потно. Ну, примерно как тогда, поначалу. Потом мне как-то вообще не ебало, что происходит.
то, что аромат места уже ощущается, это да. Пиздата. Блядь, чуть-чуть не хватило, сука. Ну и вот тебе, бабушка, здорово, 100 тонн минусом. Контакт. Перевернулся. Это тоже упал. Я так думаю, пока мы доберемся. До бара мы спокойно 36-ю апнем такими темпами. Что-то очень злое. Что ты мне так скажешь? Блять, как? Сука, подпитаться неким. Ну ебаный насрал. Ты уже где-то 300 штук на эту херобору всадил. Тупо 3 раза сдохнул.
Так, бегим дальше. Где-то, сука, есть. Гранатки посыпались. Козырно. Где-то электроник сидит. Уже не сидит. Ждем, пока он откатится. Блять, это будет больно. Ебать, он щиты регенит. Не думаю, что мы ему понравились. В смысле, блять, он сдох. Вот сейчас что-то не понял. Что, Риль помер? Тут только, сука, как? То ли я в бочку шмальнул, не глядя, то ли что. Ебались мы шанкерным болтом, да как так-то? Ну да, похоже, именно бочка стала причиной смерти этого пидора. Это вообще скрита отключил. Летуны. Sent Steel to this planet to take care of this little problem, and also because, seriously, have you heard her? She talks all the time. And hello, have you met our friend the Sun?
So, I guess, thanks for turning her into a meat kebab. Also, I'm gonna kill you and stuff. Cheers, mate. Так. Hey, just a quick note about Moxie, the event you ain't met her. She got a peculiar streak in her. Loves the limelight, but she ain't as sketchy as she appears to be on stage. I almost forgot. She's my mom. So you treat her right, or I'll bury you where I buried Lucky. Yeah, I killed him. Don't act all surprised. I told you I was gonna do it. Минные бандюки, да хер бы с ними, мне б на дрифтера не нарваться. А еще сейчас эти херы повылазят, да. Второй отряд, шиноби. А будет бум. Хуя, а чё могут? Так, второй отряд готов. Mr. Shank, is that you? If it's you, I already told you your money is no good. Oh. It's you. You won't need your money here. Tiger Grill. Что за нахуй? You need something? Excuse the mess, but a good kidnapping is never clean. Shank busted in and took Miss Athena for a little ride. You should have seen the fight she put up. That kitty has claws! Mr. Shank is after the chunk of change that Atlas has put on Athena's pretty little face. If you want her, you'll need to do some fancy driving. Luckily, I'm just the person to help with that. Are you ready to rescue the princess? I think you can handle it. Head out to the prison. We're looking for an outcropping near the base of the plateau with a ramp nearby. My ex built it back when. Now, вот тут уже начинается мясо. Хотите выпустить как можно больше буль за секунду, то вкладом решить эту проблему.
Вроде компенсировал, нормас. Hey there! Mama said you'll be needing the racer for one of your adventures. I've uploaded the Digistruct to the Catch a Ride system. You should be able to grab one whenever you want. Hey, I'll be careful though. Compared to the monster, that thing might as well be a box of gravy with wheels. А ты что еще такое? Чего, блядь? Спать нахуй. Блин. Забойно. Козырно. Стильно, модно. Молодежно. Раздал, короче, как следует. Вот прям на орешке, что. Но уезжать мы отсюда будем, наверное, в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх и до скорого.